Перед нами музей Клостер. Ну что, посмотрим 3D-виртуальные туры. Это так замечательно. Всем советую. Заходим, смотрим и любуемся. Настоящий такой выполненный средневековый замок. Когда на самом деле их не так уж и много. Вот. Но тем не менее здесь это все, конечно, выполнено в ретро-стиле. Это находится в США музей. Вот, но мы можем наблюдать за этим интересным таким дизайном, походить, почувствовать себя все-таки в этом время средневековье, вот, понаблюдать за так называемыми архитектурными сводами. Это безумно интересно, и уверен, что обязательно у 3D-виртуального тура будут свои почитатели. Вот смотрите, тут и вот свечки, это, ну как же это интересно, как же это здорово. Понятно, что это выполнено все в стиле уже ретро для эстетов, то есть хочешь походить, но тем не менее, видите, даже в Америке сделали такую штуку интересную, что вот человек может не выезжать ни в какую Европу, да, то есть походить по средневековому музею, замку, вот, и будет ему счастье. Заходим при этом совершенно бесплатно. Вот как-то так. Всем привет, с вами Книгокоп, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре нашего внимания книга тоже совершенно бесплатно. Руководство для кондитеров и булочников. Это замечательная книга, отпечатанная в начале 20 века, а именно в 1912 году. Прошу любить и жаловать. Уверен, что она найдет своего почитателя. Вот. Что мы имеем? Внимание. Не имея настоящего времени на русском языке удовлетворительного руководства для кондитерского и булочного производства, мы решили издать настоящую книгу. Для этой цели мы собрали имеющийся у нас обширный запас ценных рецептов, которые мы, внимание, скупили в течение многих лет у лучших мастеров, специалистов и знатоков кондитерского и булочного дела. И, не довольствуясь этим, мы добавили сюда все, что нашлось хорошего в французских, немецких и русских книгах этого рода. Все изложенное в этой книге проверено и испытано на практике в кондитерских, конфетных фабриках и булочных. Вот, смеем надеяться, что настоящий капитальный труд, составленный по указаниям лучших знатоков кондитерского и булочного производства, обратит на себя должное внимание специалистов, которые не откажутся сообщить нам все, что они найдут нужным для дополнения следующих изданий. Вот как-то так. Здесь вы найдете, друзья мои, отдел, вот, пожалуйста, карамель, монпансье, да, мармелад, пастила, зефир, как это все делать, тянучка, марципан, халва и прочее, какао, шоколад, торты, пирожные, куличи, пряники, булочное производство, пожалуйста, мороженое, желе, цукаты, варенье. Вот кто хочет сделать мороженое по рецепту начала 20 века, пожалуйста, рисунки тортов и выставочных вещей. Вот как-то так. Здесь есть и рисунки, и что нужно использовать, какие там палочки, все это и многое другое. Это температурные режимы, что нужно добавить, куда. Это и многое другое есть здесь, конечно же, для вас. Поэтому спокойно, пожалуйста, пользуйтесь этой замечательной книгой. Заодно для себя, может быть, кто-нибудь откроет. А как же раньше делали? Что для этого делали? Какие вдруг мастера найдутся, что-нибудь в домашних условиях, какую-нибудь штуку сделают, какой-нибудь такой станочек. Видите, карамель, как выглядел станок. Инженерная мысль тоже может сыграть хорошую именно такую дозу для создания этого предприятия, которое после прочтения вы захотите реализовать. Кто его знает, не знаю. В общем, уверен, что книга будет полезна и интересна. Ссылочка будет по традиции под видео на сайте книгокоп.рф. Заходим, смотрим, оккультуриваемся. И переходим еще немножко к культурке, а именно Венеция в живописи. Как же она красива, какие красивые картины, какая красивая Венеция. Вот только так, вот так выйдешь на балкончик, такая природа, погода, вот. Вот она, гондольеры, да, ой, что здесь только не запечатлено. Вот она, Венеция, нашла отражение в живописи.
палец вверх, подписываемся на канал. Ну, а я продолжаю дальнейший книгокоп. Пока-пока.